всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Toyota Land Cruiser Prado 150, 19 год, 2.8 дизель на автомате с пробегом 154 тысячи километров. Автомобиль после жесткого ДТП, как можем видеть, у нас весь кузов пострадал, каждый кузовной элемент у нас замят, но несмотря на такое сильное ДТП, у нас двигатель крутится, схватывает и даже пытается запуститься. Попозже кадры вставим с пробным запуском. Не уцелел ни один у нас кузовной элемент. По кругу сейчас вам покажу ее. Сзади вообще печаль. По салону некоторые стекла у нас уцелели. Задний ряд зажат крышей. Водительская дверца. Водительское сиденье. Сиденье переднее. Пассажирская порвана. Регулировочки вперед-назад не работают. Вверх-вниз и спинка вперед-назад у нас работает исправно. Сигнал звуковой работает. Усилитель руля. Рулевая колонка неисправна. Руль у нас просто болтается. На панели приборов видим, что-то загорается. Стрелка у нас, хромовый элемент стрелки слетел. Мультимедиа у нас тоже запускается. Настройки, но регулировочка у нас, кнопочка сломана. Работает исправно. Можно перейти в навигацию. Навигация у нас недоступна. Бардачок открывается. Здесь ящички. Тоже у нас все зажато-поджато. Кулиса. Индикатор работает также исправно. По акту проверки имеем такие данные. Задняя дверца у нас открывается, обшивочка в хорошем состоянии, разгладить кожу нужно будет, подстаканнички целые. Сзади тоже у нас климат имеется, пороги у нас замяты, шторочка у нас тоже замята, диски разбиты, рама, скорее всего, у нас целенькая. Правый порог также, соответственно, у нас замят. Здесь форточка выжила. Дверь не открывается. Передняя правая дверца у нас открывается. Здесь обшивку у нас сломала пополам. И сиденье у нас сильно рваное. Была влага какая-то. Оно у нас, можно сказать, размокло. Под капотом давайте посмотрим, что у нас здесь. Видим, что аккумуляторы разбиты, кассета радиаторов замята, панель передняя также у нас замята. Двигатель у нас покрылся коррозией, так как долго стоял автомобиль. Но несмотря на это, она запускается. Сейчас видите кадры запуска данного двигателя. Запустилась и заглохла. Но двигатель у нас запускается. Это очень хорошо. Давайте еще раз попробуем. Не хватает питания. Сейчас еще раз запустим и на газ попробуем чуть-чуть нажать. На педаль газа пытается реагировать, но сразу же глохнет. Также имеются у нас элементы салона. Туманочки вижу, обшивочки, фара даже какая-то частично целая, задняя тоже с трещиной, зеркало заднего вида, различные кнопочки, тоже будет все это выставлено у нас на продажу. А я вам хочу в очередной раз напомнить, что даже такие автомобили, казалось бы, в таком печальном состоянии, мы выкупаем. Контакты на выкуп будут находиться в описании по самой выгодной для вас цене.